Здесь я готовлю рыбу, да, готовлю лосось. Причем, обрати внимание, я готовлю ее способом припускания. То есть я готовлю в небольшом количестве жидкости. Да, я добавил немного белого сухого вина, зеленой спаржи. Все это припустил, да. И что самое главное, посмотри, рыба осталась цельной. Вот, посмотри, а это, кстати, здоровое питание. А еще, знаешь, я хотела тебя спросить, много ли нужно масла, когда ты готовишь на сковородках от жарко? Вот смотри, у нас здесь усиленное пятислойное антипригарное покрытие, связанное с новыми разработками наших российских ученых. А соответственно, мы можем готовить с минимум количества масла. А это очень полезно для нашего здоровья. Минус калории, никакого лишнего холестерина. Вот. Все, что нужно, мы получаем в продукте. Значит, мы с вами еще и заботимся о нашем здоровье.